Вся в рубцах и ожогах, наша память живая. В декабре 41-го года добровольцем она попала на фронт. Сама настояла, чтобы перевели как можно ближе к передовой. Первое боевое крещение было под Сталинградом. Всего же за 3,5 года под шквалом огня она вынесла с полей сражений Украины, Латвии, Литвы и Румынии более 300 раненых бойцов, порой даже не делая различий названия, статуса и регалии. А я увидела, лежит человек. У меня такой маленький Браун был, трофейный мне подарили. Я, значит, вот так на него, хэндэхох. А он мне вот так показывает, драйкиндер, он мне говорит, драйкиндер. Я поняла, у него трое детей. Стала перевязывать его, шинировать, у него ноги перебиты. Но было на войне место и минутам радости. Гордость за спасенную жизнь, счастливые встречи. И, конечно, не обходилось без курьезов. Хорошая шутка и добрая песня всегда помогали в бою, признается ветеран. Вот смерть, вот бомбежка. Вот, а кто-то что-то скажет и всех хохочет. Вдруг нам офицеры, 5 человек, говорят, девочки, мы вам все принесем, сделайте нам пельмени. А я в жизни, мы жили очень бедно, я понятия не имела о пельменях. Когда они ушли, я говорю, слушай, Ань, а это что такое? Она говорит, я один раз ела, я видела, как их делают. Я говорю, ну если ты ела, ты командуй. Она говорит, слушай, а я слышала, что их быстро варят. Я говорю, ты что, очумела что ли? Мама у нас мясо варит 1.5 часа. Надо посмотреть, может быть, не сварились, они уже идут. Я подняла эту крышку, а там каша. Она говорит, ой, что мы надо? И вот они заходят, а мы пули вдвоем вылетели, хохочем. Радость и боль, победы и поражения. Сегодня все это уже в прошлом, но военный подвиг таких, как Елена Абрамовна, останется в памяти поколений навечно. Поэтому именно их чествуют в числе первых лучших женщин года. Кто-то сражался за победу на передовой, кто-то ковал ее в тылу, кто-то восстанавливал страну в тяжелые послевоенные годы. А многие оренбурженки проявляют себя и сейчас. Добиваются успехов в науке, бизнесе, спорте, искусстве. В очередной раз доказывая, несмотря на внешнюю хрупкость, женщина всегда способна на подвиг. Анна Втюрина, Виктор Яковлев, Семен Воробьев. Новости дня.